В Російському Ставрополі негероїчно спалахнула військова частина. На першому поверсі будівлі за адресою Артемом 2 сталося загоряння. Туди прямували, бачимо, і пожежні, і швидкі, і не лише. Постраждалих немає, кажуть вони, і причиною займання називає мер міста Ульянченко коротке замикання, буцімто в одному з кабінетів, ситуацію нібито тримає на контролю. За цією адресою знаходиться військова частина 35-181. Пізніше вони сказали, що, звісно, пожежа локалізована. За даними бази, могло статися коротке замикання, повідомляє про це і глава міста. Але так виглядає, що на фоні зростання збурення російського суспільства, диверсій, мітингів дружин мобілізованих і родичів, які масштабуються, що, може, це воно не просто коротке замикання, а вже замикає у російського суспільства? Да, вот самое интересное, что даже когда не пустили прям кандидата такого себе оппозиционного, прям вы видели, сколько людей вышло на улицы? Прям море людей вышло. Масса. Масса, да, протесты. Да никогда они не будут протестовать там. То есть в большинстве своем самый главный протест – это сбежать из страны. Ну вот так. То есть убежать… Единицы находятся тех, кто там как-то активнее себя ведет, критикует, но в большинстве своем предпочитают помолчать, потому что приняли правила игры, которые Путин, собственно, и навязал. Новые правила игры, тоталитарная секта, абсолютно там новый гигантский ГУЛАГ, фактически одна страна. Ну вот и получаете. Что касается поджогов военкоматов или воинских частей, тут, ну, если есть, например, информация, что полетел туда коктейль, это да. Но Россия такая страна, где взрывается, сгорает и чего-то там происходит постоянно, потому что воруют, потому что денег на новые коммуникации нет, а на войну есть. Есть миллиарды же на войну, оказывается. И задать вопрос, например, так можно же было полностью там газифицировать, дороги провести, если не воевать. Нет, нет, будут воевать. Парадокс в чем заключается, как это, ответа рядового россиянина? В том, что, когда его спрашивают, ну вы почувствовали, что покупательная способность упала? Он говорит, да, почувствовал. А кто в этом виноват? Ну, виноваты там где-то чиновники, это американцы виноваты, они хотят забрать нашу Россию. Зато у нас, знаете, какие ракеты? Ого-го, мы всему миру покажем. Вот мнение рядового россиянина. Поэтому пусть горит почаще, пусть пылает, особенно все, что связано с ВПК, туда ему и дорожка. И мне почему-то кажется, что в ближайшее время гореть там будет гораздо ярче, гораздо чаще, особенно с учетом анонса новых наших украинских дронов, несколько линеек, несколько моделей, которые вот на выбор, нефтебаза сегодня такой хочешь или вот такой дрон. То есть будут им сюрпризы и заметные сюрпризы. Вот так как сегодня мне попался ролик, в Китае встречали Новый год, да, или как он у них называется, праздник этот. Ну, в общем, один из крупных городов, в каждом практически районе зажигали фейерверки, салюты, все вот так оно, все горело, все суетились. Вот примерно так хотелось бы, чтобы выглядела Россия в ближайшее время. Ну, однозначно, саме так вона і буде, навіть немає в цьому сумнівів. І буде багато ось цих осередків, де буде все палати. Поки вони там постять мапи, де можна погуляти до Дня закоханих, визначні місця, на їхньому місці я би відмічала вже місця, де буде в них все горіти. І явно не полум'ям кохання. Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсхен заявив, що не можна виключати можливості нападу Росії на країну-члена НАТО. Дякуємо йому, що він теж це помітив, про це вже говорять два місяці багато представників, зокрема і того ж НАТО, і командувачі, і лідери країн Європи. Окрім того, Гойсхен говорить, що може Путін, звісно, використати своє намір, свою цю ідіотичну, імперичне бажання оновити глобальну імперію, який він правив як цар, і може піти на Молдову або країни Балтії. Звісно, гібридно він давно вже їх розкачує. Я нагадаю, що рівно 14 років тому Путін використав саме Мюнхенську конференцію як майданчик
майданчик як плацдарм для того, аби мало чи не оголосити початок другої холодної війни. Так тоді називали цю його промову про ізоляціонізм, про те, що однополярність світу він критикував, політику США, політику НАТО. Це все ми чули, і ось тоді вже дехто занепокоївся від такої його жорсткої промови. Але бачимо, що зараз пройшло 14 років, небагато, немало, але почали вже непокоїтися через серйозні ризики. Наскільки дійсно правий Гойсген, коли говорить про те, що Молдова і країни Балтії можуть бути під прицілом, і в якому форматі, в реальному нападі, чи все-таки в проявах гібридних атак і агресії зі сторони РФ і Путіна насамперед? Конечно, есть в этом доля рацио. И вот даже посмотрев это интервью Такеру Карлсону, становится понятно, что он живет в абсолютно выдуманном своем мире. У него там нет Украины, у него там какие-то печенеги постоянно в голове скачут или что-то там у кого-то забирают. Ну, то есть Путин, ему самое лучшее определение дал когда-то Борис Немцов. Я его не смогу здесь повторить в эфире, но поищите. Немцов про Путина. Вот это идеальное его определение. Напасть на одну из стран НАТО вполне возможно. Понимаете, он начал играть действительно в царя. То есть он поставил себя на один уровень с Петром Первым, с Екатериной Второй. Он начал, со Сталиным в один ряд себя поставил. У него фантомные боли. Он же назвал развал Советского Союза самой страшной катастрофой. То есть он хочет вернуть это все. И он не хочет заботиться о подданных внутри своей страны. Ему это не важно. Это его не ведет ни в какую историю. Он хочет войти как великий вот этот завоеватель. А тут что случилось? Сейчас думал, с Украиной быстренько мы там разберемся. Молдова, понятно, Приднестровье, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония вообще не будут сопротивляться, отрежем их по Сувалкскому коридору. Там и Польша недалеко, завоюем с Лукашенко, через Лукашенко снова зайду туда и готово. То есть вот он как хотел, а не получилось. И тогда, да, обида. Он же в этом интервью говорит, что его сильно обидели когда-то. Клинтон его обидел в начале 2000-х, когда в НАТО не взял. И он решил мстить. Это такой мелкий мстительный, который решил, к сожалению, управляет ядерным государством. И он пошел, была Мюнхенская, потом была Валдайская речь Путина, где он еще жестче сказал, что мы им всем покажем. Поэтому потом Грузия, и он понял, что оказывается, 2008 год, Грузия, оказывается, можно, и ничего не будет за это. Так, надо, значит, посерьезнее цель выбрать, раз эти терпилы там в НАТО сидят и помалкивают все. Вот как оно все было на самом деле. И сейчас он хочет отползти, хочет уже отползти, понял, что, скорее всего, при его жизни он эти планы не осуществит, но хоть с куском украденной земли отползти надо. Поэтому он семафорит Европе через Карлсона, через других европейских лидеров, через Лаврова своего, через Захарова. Говорит, что я готов, только землю мне оставьте, которую я украл уже. Вот какая-то, давайте, как говорится, гусары искупаем коня в шампанском, да, они говорят, нет возможности, давайте тогда хоть кота пивом обольем. То есть вот он примерно в такой ситуации, хоть кусок мне отдайте, тогда отойду, но отдавать нельзя. А віддавати не можна, тому що Путін хоче більших призів. Вони розраховують, Путін і його корисні прислужники, на більші призи, і тому Україна важлива, якщо хтось ще ставить собі це питання. Це говорить президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. І так він коментує заяву екс-президента Дональда Трампа про заохочення Росії напасти на країни-члени НАТО, які, на думку Трампа, роблять за маленькі внески. А це вже стаття видання The Times, яка теж аналізує заяви Трампа і
пише так: ось як закінчується Європа. Попередження Трампа на адресу НАТО – тривожний дзвінок. Тому що найбільший страх європейських лідерів матеріалізувався за 20 секунд у суботу, коли Трамп відмахнувся від обіцянки, яка лежить в основі безпеки Європи з 49-го року, і заявив, що заохочуватиме РФ атакувати країни НАТО, які буцімто витратили недостатньо, на думку і оцінку Трампа, коштів на власну оборону. Трамп – прислужник Путіна? Нет, ни в коем случае. Трамп абсолютный бизнесмен, вот чистейший бизнесмен. Он же даже недавно Зеленского, нашего президента, назвал лучшим продавцом. То есть у Трампа самый лучший, как это... критерий. То есть для него, он же даже просто... Какое-то время, когда он стал президентом, он спрашивал на полном серьезе помощницу свою, он может ли на своей книге там, по продажам вместо присягу приносить вместо Библии. То есть он, для него продажи, продажи, деньги – это все, это верх желаний, верх империи. Он государственную политику рассматривает через деньги. Он почему из НАТО собрался выходить? Потому что Америка много платит за... европейскую безопасность, он так считает, а Европа мало тратит. В этом, кстати, он прав. То Европа могла бы и больше тратить на собственную оборону и больше, естественно, помогать Украине. То есть в этом он прав. А из климатического соглашения он собирался выходить, потому что Америка много платит, а по выбросам вторая только в мире. Вот, то есть он говорит, тут платим много, тут он чистый бизнесмен. Поэтому будет он так пугать. Из НАТО, конечно же, есть шанс, что хаос в лице Трампа создаст там много проблем европейским нашим коллегам. Он же тогда сразу раз-раз повводил там какие-то пошлины, что к нему все на поклон полетели. Потому что он сказал, так, здесь мы гайки закрутим. Чистейший бизнесмен через деньги смотрит на все. Но в этом есть и проблема. Потому что Украине деньги нужны, помощь нужна. А Трамп, как бизнесмен, скажет, а зачем платить? Так вы отдайте там вот территорию, да и все, и Америка не будет платить. Понимаете, когда только через деньги смотришь на любую проблему, тогда, в принципе, зачем тебе мораль, зачем международное право и зачем претензии на государство номер один защитника демократии? Вот можем с чем столкнуться. Но еще раз подчеркну, что Трамп в... в своем желании постоянно везде побеждать, он может очень неприятный сюрприз Путину преподнести. А Ілон Маск, який каже, що він ні прямо, ні опосередковано не постачає Starlink російським окупантам, але при цьому Connect не буде відключати і зв'язок до Російської Федерації, а він про що і наскільки він тут бреше? Як Starlink опиняються в окупантів і чому це Маск думає, що їм не варто відключати зв'язок? Все нормально, хай, да, хай вбивці, геноцидники використовують новітні технології. Да, есть много вопросов, но то есть то, что компания Илона Маска не продавала напрямую россиянам Starlink, понятно. Мы все с вами знаем, кто закупал Starlink для фронта, что в принципе их можно там закупить через Францию или там как-то они приедут и передать. Ну, то есть можно это купить. Таким образом. Я не исключаю, что там через какие-то левые страны, да элементарно там куда-нибудь в африканскую страну заказали, приехали, а передали. Да может даже и на среднюю, страны Средней Азии. Ну, короче, это несложно передать. А вот связь, это очень интересно. Понимаете, Маска, ну, то есть он имеет возможность зонированно отключать эту связь. Но так, чтобы вот тут, в этом окопе работало, а в том не работало, нельзя сделать. То есть если он отрубит там связь, то она отрубится и у нас, потому что линия фронта, линия соприкосновения, она вот, ее не угадаешь прям до миллиметра. И вот дальше там, как они работают на оккупированных территориях. Тут надо смотреть, в каких зонах включена связь. То есть я бы тут не обвинял Маска прямо вот так, все, ты виноват. Я бы разобрался, где и по каким зонам работает связь для Старлинков. Если это на линии соприкосновения, то тогда, если Маск отключит ее прямо там,
Есть риск, что и наши бойцы этой связью пользоваться не смогут. Ага. Ну а то, что он не включил когда-то связь для наших беспилотных катеров, которые там выполняли важнейшую задачу, то это было такое. Поэтому, ну мы же знаем позицию Маска. Он там сейчас, кстати, после интервью Путина Карлсона, он сейчас принялся изучать историю российскую и уже там что-то комментирует, пишет. Но ждем его видения исторических моментов, про которые Путин говорит. Про ще одне бачення моментів історичних, філософських. Очевидно, що історію за Путіним, точніше псевдоісторію, вчить не лише сам російський диктатор і пише її просто в своїй хворій уяві, а й його прислужники, але вже на території Російської Федерації. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов знайшов винного у початку російсько-української війни. Це не Путін, а друзі, щоб ви не сумнівалися. Це німецький філософ Іммануїл Кант. Отак. Значить, Аліханов каже, що Кант, який народився тут, має майже пряме відношення до глобального хаосу, глобальної перебудови, з якими ми зараз зіштовхнулися. Більше того, на думку Аліханова, це пряма мова, це цитата. Саме Кант має пряме відношення до воєнного конфлікту в Україні. Отак, отак, бачите, бо в роботах Канта почалася і Перша світова, і війна в Україні, вважає Аліханов, а Кант жив у 18 столітті, так? Знаете, вот этот Алиханов, он мне напоминает, у каждого в жизни есть такие знакомые, прочитал 3 страницы там, Канта или Ницше и ходит, щеголяет, там, психология бессознательного, так говорил Зарат, умничает. Или еще лучше фразу какой-нибудь, статус в соцсети прочитает умную и везде ее пихает, там, где надо и там, где не надо. Поэтому Алиханов туда же, я не знаю, он, может, категорический императив Канта имел в виду, но тогда там про то, что не делай, не поступай так, как не хочешь, чтобы с тобой поступали. Тут к войне оно как раз обратную связь имеет. Поэтому этот Алиханов, он, знаете, был у него случай в карьере один интересный, когда ему журналистка местная задала вопрос, а когда там восстановят выплаты к определенным категориям, а он сказал, никогда. И она спросила, почему? Он сказал, пока чину. И эту запись потом выложили. Значит, что делает Алиханов этот? Он посылает в качестве извинения этой журналистке какую-то сумасшедшую, дорогое шампанское какое-то просто. И журналисты говорят, он больной, что ли, вообще? Ну, то есть ты просто берешь и показываешь, что ты тут царь в Калининградской области. Кстати, чего там с историческими землями? В 1946 году, да, Кёнигсбергская область вдруг стала принадлежать Советскому Союзу. Непорядок. Путину вот эту надо историю понять. Как это так случилось? Поэтому у Путина такие все чиновники в большинстве своем, потому что у Путина могут прислуживать только которые целиком и полностью разделяют его видение мира. А, до речі, там Китай теж уже поміркував, що якщо ми йдемо по історії, так, то Владивосток теж їхня земля. І чому там, чому вона взагалі належить Росії? Конечно, да, не только Владивосток, там огромные территории пора вернуть, как это, большому брату. Вот эту тему тоже надо Путину папочку советскую с завязочками, да, и отдельно изучить. Да, бо Китай уже зайнявся не на жарт. Але тим часом, поки що ще Китай не забрав те, що належить по праву, в Сирії тренують російських операторів безпілотників іранського виробництва для війни проти України. Ось так. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. В повідомленні зазначається, що їх готують на сирійському аеродромі Шайрат. Навчання для росіян проводять ліванська поліція Хезболи та Іранська революційна гвардія на території сирійського військового аеродрому Шайрат. Це просто страшне. Звісно, ось такі вони дружки Путіна, і ось таке це відбувається. Як це можна припинити? Чи може якось світ тут задіяти якісь важелі впливу? Чи можна просто розбомбити це все та і все? Ну, не мішало би. Тобто на території Сирії, в принципі, Ізраїль наносить регулярно удари і по производству этих беспилотников и по уже готовым складам с готовой продукцией. Но здесь нужно понимать, что вот Израиль, а я думаю, там понимают, все то, что едет, тестируется в Украине,
Мы видим, что уже там новые модели шахедов, уже там быстрее летит, уже маневры другие делают. Вот все то, что тестируется убийственное это оружие сейчас тут у нас, это все модифицированное с учетом уже ошибок, с учетом доработок, будет лететь потом и по Израилю. Поэтому Израиль, как никто другой, должен быть заинтересован в том, чтобы эти производства и эти операторы, что самое интересное, не существовали. Да, ну, оператор — это такая уникальная, особенно для шахедов, это уникальная единица такая. Кстати, интересно тоже и по FPV-дронам. У меня недавно был очень интересный разговор с руководителем школы. То есть, во-первых, не каждый человек сможет управлять этим дроном, далеко не каждый. То есть там совершенно иная реакция нужна. И нельзя, скажем, я его спрашивал, почему нельзя вот посадить их там далеко куда-то, а дрон будет взлетать, ну, туда лететь, к россиянам. И там, да, он мне порассказывал, что должен быть довольно близко оператор, потому что задержка сигнала, ну, то есть там и инерция, ну, короче, много нюансов. То есть это тоже идет настоящая охота за операторами дронов, особенно теми, кто профессионально ими управляет. Поэтому, да, и с нашей стороны идет охота, и, к сожалению, со стороны россиян. Но с иранскими инструкторами один раз уже они приехали в Крым, и им уже передали там привет. Оксана Маркарова, посол України в США, привітала рішення Сенату Сполучених Штатів Америки, який фактично увімкнув уже зелене світло для процедурного голосування, підтримав законопроєкт, який передбачає надання Україні, Ізраїлю та Тайваню додаткової фінансової допомоги. Вітає це наша Маркарова, вітаємо, звісно, і ми. І каже, що наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміни тексту, яке може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка. Очевидно, що відбудеться воно і завтра. Це 61 мільярд підтримку України, 14 мільярдів на підтримку Ізраїлю, якраз боротьбі з Хамасом, і 4,83 на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню. Це зелене світло точно вже замигає на всіх світофорах в Сполучених Штатах Америки? Ні, не точно. Ви ж знаєте, що ми тут реалісти. Очень нам бы хотелось. То есть вот что произошло? Наконец-то отделили границу безопасность, вынули из общего пакета самый спорный вопрос и оставили там три помощь Тихоокеанскому там, региону, ну, Тайваню это называют, Израилю и Украине. Процедурно на голосование поставили Сенат, где большинство у демократов, ну, должен пройти. Дальше палата представителей, где большинство у республиканцев. Вот тут может случиться неожиданное, потому что Трамп сейчас опять из табакерки раз и говорит, нет, должна быть не возвратная помощь, а кредит, пусть потом возвращают. То есть как разрушенная, уничтоженная, с огромным количеством беженцев, с большим количеством просто погибших людей. Украина, которая должна будет еще и отстраиваться, будет возвращать это, его это не интересует абсолютно. Вот возьми, хотя мы же знаем, что ну, ты Соединенные Штаты, мы там колоссально, ты печатаешь вообще деньги, просто печатаешь деньги, хочешь — печатаешь. Понятно, что не бесконтрольно, но Трамп, еще раз, вот то, с чего мы начинали. Бизнес, бизнес и еще раз бизнес. Плевать на ваши чувства, на ваше горе. Трамп, ну, просто вот классический такой, как этот, ну, классический образ такого циничного бизнесмена, который, в принципе, которому абсолютно все равно, где там в Африке дети голодают или еще что-то. Денежки будьте добры вернуть. Вот так. Да, так, такий собі бізнес, звісно, такий собі. Ну що ж, будемо стежити за цим і пильнувати, реалістично оцінювати. Друзі, якщо ви хочете знати більше і почути в більш розширеному форматі ті теми, які ми для вас динамічно і так оперативно обговорюємо щодня, ви можете перейти на YouTube Бориса Тізенгаузена. Його дуже легко знайти в описі під цим відео. Після знаку собачки великими синіми літерами ви побачите активне посилання. В першому рядку воно буквально є, тож навіть не треба нічого зайвого вам клацати. Переходьте, будь ласка.
ласка, та й завжди щотижня, щонеділі ви можете напряму без мене поставити свої питання Борису, які вас турбуватимуть упродовж цього тижня або упродовж кількох тижнів вашого життя. Він обов'язково відповість завжди реалістично, спокійно і зважено, як і в наших ефірах. Що ж, Борисе, до завтра. Дуже дякую. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, а була з ним я, Ірина Узлова. Друзі, якщо ви нас дивитесь на Ютубі 24-го, то підпишіться, будь ласка, і сюди. Нам буде дуже приємно. Це допоможе нашій розмові просуватися просторами Ютубу. Саме так зараз працюють його алгоритми. Приходьте на завтра. Завтра ми побачимося в ефірі 24-го. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Переможемо.